Всем привет, с вами Макс Гюнтер, и мы продолжаем играть Hard West. В предыдущей серии нам удалось пройти ночной кошмар, который мы увидели на, в общем, железнодорожном депо. В общем, на станции железнодорожной зачитались. Нам какой-то кошмар приснился, вот. Гигантские часы, фактория. И, собственно, теперь у нас задача такая стоит перед нами: найти кратер, следя за измерением безумия в разных местах. Кратер, в общем, по нашим предположениям, Соломон думает, что, в общем, виной безумию может быть метеорит, который упал недавно. И, в общем, он создал специальную датчик, измеритель безумия, и теперь с помощью него мы, возможно, сможем найти... Что за цирк? Что он может нам? Согласно измерителю безумия, уровень безумия в психосфере был равен 12 ТКЛФ. Слишком мало. Этот уровень должен был подниматься по мере приближения кратера. Значит, надо нам... Толпа с жаром наблюдала, как двое людей дрались до смерти на ножах. Зрители подбадривали их, а песок становился мокрым от крови. Человек в цилиндре громким голосом комментировал бой. Соломон поговорил с комментатором. Соломон подошел к комментатору, который представился как Даниэль Молгард Андерсон. Он был предпринимателем, нашедшим способ извлекать выгоду из захватившей округу болезни с помощью этого кровавого цирка. Он предложил Соломону пари, а один из его людей против одного из персонесов. За победу своего бойца Соломон получает $50. Ну, блин, давайте попробуем. Соломон решил отправить на арену одного из персонсов. Так, А, Б, ну давайте А. Мистер Персонс убил безумца после долгого изнурительного боя. Он был сильно ранен, но Соломон с радостью забрал свой выигрыш. Блин, живая рана. Покидая арену, Соломон видел, как толпой овладевает жажда крови. Изобретатель поспешил удалиться. На расстоянии он заметил, что вся арена была охвачена огнем. Господи. Какой кошмар. Смердящий дом. Согласно измерителю безумия, уровень безумия в психосфере был равен 16. Слишком мало. Уровень должен был подниматься по мере приближения кратера. Окей. Старая хижина пропахла фекалиями и краской. В ней жил Эрнесто Ристоло, безумный художник, которого некоторые считали гением. Его почитатели говорили, что непостижимые картины Ристоло обладают неизведанными секретами и сложным смыслом. Лишь разум, затуманенный безумием, мог понять их. Здоровый интеллект лишь погрузился бы в пучину сумасшествия. Соломон решил взглянуть на картины. Он наслаждался этим зрелищем несколько часов. Соломон решил не тратить время на столь жуткое творение. Давайте попробуем. Немного посмотрев на картину, Соломон почувствовал, как его покидает разум. Он выбежал из хижины. Соломон не мог постичь столь глубокого сумасшествия. Угнездившееся в нем безумие стало сильнее, но вдохновение это не принесло. Чудесный сад. Так, теперь тоже 16, слишком мало. Соломон пришел в место, которое плохо сочеталось с этой бесплодной землей. Там рос сад, полный роскошных фруктовых деревьев. Везде свободно лежали ящики со свежими фруктами, словно приглашая каждого попробовать их. Неужели это был не сон? Соломон направился к саду, надеясь немного отдохнуть там и восстановить силы. Соломон пошел дальше. Давайте попробуем подойти. Очень скоро Соломон понял, что это всего лишь мираж. Сад оказался скопищем высохших деревьев, мрачным свидетельством того, что измученный разум цепляется за любую возможность дать себе передышку от ужасов реальности. Место чего? Место сражения. Так, 15, но опять слишком мало. Соломон испытывал слуховые зрительные галлюцинации. Неужели ему владеет безумие? Присутствие вдохновения. Вдохновение он создал еще один чертеж. В приступе вдохновения, господи. Так, это замечательно. В поле лежал груда трупов со значками помощников шерифа. У каждого из них с собой письмо с поручением убивать всех преступников от имени хозяина. Письма подписаны шерифом Тернером. Других жертв, кроме самих помощников, рядом не видно. Соломон проверил только тела. Он тщательно обыскал все поле боя.
Давайте на краю проверим тело. Он нашел оружие и запасные части. Отлично. Дробовик нашли 10-го калибра. Револьвер вулкан, круто. Так, 13. Что это у нас тут такое? Загоревший форт. Было видно, что в форте отбушевал страшный пожар. Часть стен рухнула, остальные превратились в месиво из деревьев и железа. Пол был устлан обугленными трупами. Двор усыпан костями и залит прогорклым жиром. На краю стояло обгоревшее здание. Судя по виду, арсенал. Весь форт выглядел абсолютно неустойчивым. Проведя поверхностный осмотр, Соломон нашел лишь немного полезных частей во дворе. Соломон решил тщательно обыскать двор и арсенал. Давайте лучше не будем рисковать. Еще там что-то терзать будет. Нет, набор запчастей мы нашли, да? Так, тут мы уже везде побывали, да? Опять в цирк идти, в принципе, я думаю, нам не стоит. Что это такое? Гигантские часы. Ну, давайте сходим. Почему они? 12, это опять слишком мало. Соломон повстречал Дж.М. Хобби, инженера, разработавшего то, что он называл часами мира. Это устройство отсчитывало время, оставшееся до судного дня. Соломон подробно расспросил его о часах и, видя преданность часовщика своему делу, решил, что как изобретатель он обязан помочь ему с работой. Так, ну давайте ему дадим запчасти. Инженер навыков Соломона был насад, чтобы помочь часовщику. Как так? Сколько у меня запчастей? Блин. Крутой револьвер. Какой у него урон? 8 боезапасов. 5 боезапасов, 8, да? В принципе, можно шестизарядник продать, он нам нахрен не нужен. Дробовик. Ух, нихрена себе. Одноствольник, да? Вот так давайте сделаем. Так, Диллинджер, да? 3. Ну, он 2 раза позволяет стрелять. У этого чего? Моряцкий кольт. 5, нормально. Тоже Диллинджер. Тоже Диллинджер. Мне кажется, надо кому-нибудь давать из них. В принципе, это давайте дадим вот этому вот товарищу. Дадим ему. В общем, продадим нахрен его денежек тоже. Так, получается 100. Что-то многовато получится. Да, шестизарядник пока выложим. Продадим Диллинджер. Так, 21. Так, погоди. Так, ну да, все правильно, 39 должно быть теперь. Чертежи за 80. Ну вот часто можно как раз Диллинджер, в принципе, избагрить, да? Нет, шестизарядник, точнее, Диллинджер мы только что же сбагрили. Так, деньги, у нас нормально денег, надо только 40 доложить. Да блин, какого хрена? Я же купил только что запчасть. Ну ладно, хрен с тобой. Фактория. Согласно изобретению, так, всего 6, да, но это явно тоже не то. Индийская фактория была скромной хижиной из неостроганных досок. Торговлю с индейцами вела мисс Брэдфорд. Среди товаров были оружие, одежда и табак. Качество товаров было, судя по всему, на высоте, как, впрочем, и цены. Так. Максимальная удача. Так, а у нас денег сколько? 146, да?
Так, ну я бы купил бы лапку этому снайперу нашему. Потому что ему удача нужна. Вот. Так, у нас есть вулкан, есть... Значит, дрободан мы даем кому? Снайперу, правильно? Однозарядный. И кому-то можно еще дать вулкан. Револьвер. Может быть, ему лучше дать вулкан. Давайте, наверное, еще один диринджер продадим, и у нас у главного героя будет вулкан. Так, давай гони деньги нафиг. Или, может быть, с саквояжами. И деньгами тоже. Нормально. Старый лагерь. Так, ну 7 это опять мало. Чуть мне кажется, где-то это наверху находится. Соломон набрел на заброшенный лагерь. Помимо потушенного костра, он обнаружил там записки Трумер Клиффа. В тот момент они были малоприятны ему, но он решил, что они могут пригодиться позднее. Одна из записных книжек была озаглавлена «Изобретатели конкуренты» и содержала клеветнические записи о других изобретателях, таких как Тим Рассел, Кристофер Уилсон и Соломон Делир. Среди насмешливых комментариев о своих ошибках Соломон нашел обширные размышления о бессмысленности своих прошлых исследований. Решил оставить записную книжку себе, она могла мотивировать его. Решил сжечь. Давайте оставим. Блин. Безумие это плохо. Не хочу стать безумцем. 4. Так, это у нас что? Это аптека, да, по-моему? Так, что у нее есть? Защиту, порошок. Постепенно становит удачу. В принципе, тоже хорошая тема, да? Давайте порошок прикупим, почему бы и нет. Так, и давайте, наверное, лабораторию сгоняем. И, собственно, у нас же есть чертеж, да? Так, мы в предыдущей серии сделали, как раз таки изобрели эту медицинскую сумку, саквояж, типа докторский. Так, ну оглушающая бомба, ладно, нормально. Хотя я вряд ли буду ее использовать. Ну-ка, а больше, наверное, у нас нету, да? Нет, есть, слушайте. Автоматическую винтовку и залповый пистолет. Что, еще есть? Так, теперь нам нужно это все купить, да? Ух, ни хрена себе, автоматическая винтовка. Урон 4, боезапас 16. Ну, блин, ну, не знаю. Ну, 16, типа, долго не перезаряжать можно, да? Защитный пистолет. Не, что-то как-то мне не хочется ее покупать. Создавать ее. Так, что это торговец судьбой. Ну давай к тебе заглянем. Так, 3. Это вообще пипец ни о чем. Вам безумного карлика повстречал, который, похоже, полностью сошел с ума. Кайтус спрашивал, не желает ли он купить обрывки судьбы. Так, торгуем, да? Релик. А это мы уже тут были у этого бомжа, я помню.
Арно М. Шарингер был человеком умным, но подверженным паранойи. Все же, несмотря на странности, он впечатлил Пинкертонов своим богатым... опытом. Ух, ни хрена себе, четвертьфутовый пистолет, капец. Урон 6, дальность малая, средняя, самая малая, средняя, винтовка, Реми Буркин. Можно купить чертежик, да, можно купить судуру. Блин, вообще крутая штука. Давайте купим. Что-то мне по внешнему виду она нравится. Я думаю, у него убойность тоже нормальная. Так, тут чего? 7. Так, это что это у нас за место такое? Разрушенный особняк. Некогда разрушенный особняк теперь был величественным дымом. Дом, о господи, дом. Но теперь от него остались лишь бледное подобие былой славы. Он сказал: нефрит, камень жадности. При этих словах двери сразу же распахнулись. Старик хозяин пригласил в дом, предложил напитки. Внутри дом тоже был в развалинах. Был так, будто он вот рухнет. Зрение, проклятые патроны. Самое малое. Так, окей. Заселенный дом. Слушайте, тут остается не так много мест. Вроде как. Потому что мы вот это все обследовали. Вот тут вот совсем. Наверное, давайте попробуем сюда, может, сгонять. Не знаю, хотелось мне что-то как-то это... скосить. Так, во, отлично. Бинго. Сломан пытался ленить... Ну, в общем, обнаружил там кратер 18-20 показатель. Пытался не винить своих союзников, но злобные мысли овладевали им все сильнее и сильнее. А он начинал верить, что защитник и Персон замышляли что-то против него. Этой ночью, очнувшись от кошмарного сна, он был одержим идеями для нового чертежа. Говорили, что в этой сосновой хижине живет старый провидец. Через открытую дверь Соломон разлил двухфутовую стеклянную сферу в середине комнаты. Мистер Персон не советовал Соломону разговаривать с провидцем. Он слышал, что провидец – безумец, привыкший управлять другими, и что беседы с ним лишь погружают людей глубже в пучину безумия. Провидец Папа Хав посмотрел на Соломона, затем жестом пригласил его сесть в стеклянные сферы. Ну ладно, давайте сядем. Так, беседа, значит, это переходила от темы к теме. Провидец хаотично вещал об ужасном будущем, рассказывая вместе с этим вдохновляющую историю о Роке и безумии. Разговор наполнил Соломона энергией. Дама Бубен. Получили карту. Нормально. Кратер было трудно заметить, поскольку он почти идеально сливался со стенами каньона, и лишь небольшая его часть наступала под над скалами. Все в его окрестностях было разрушено ударной волной. Так, приступили мы к бурению. Значит, в кратере он нашел письмо со знакомой печатью. Соломон понял, что должен как можно скорее выкопать метеорит. На бурение должно было уйти несколько дней. Он предупредил пинкертонов, чтобы те подготовили защитный рубеж вокруг места работы, и персенцы начали сооружать временный форт. Соломон понял, что теперь он будет занят бурением и не сможет помочь своим защитникам в будущей битве. Так, и что это значит? Это значит, что мы что, там они одни будут, что ли, я не понимаю. Так, погодите-ка, вот так вот. Этому, значит, мы что даем? Дрободан, да? ГГшке даем вулкан. Так, еще вот такая дура есть. Давайте ее вот этому дадим, наверное. Вот так. Так, что есть? Порошок Мандрагора. Это, безусловно, для снайпера тема. А, в принципе, его, кстати, всем можно дать. Кроличью лапку можно, кстати, тоже дать снайперу. Или что? А, это вместо... А это что дает?
плюс 50 максимальный удачи, ну пускай будет. Так, кроличий лук вот сюда, порошок. Еще у нас есть саквояж. Так, ладно, тут, в принципе, нормально раскидали. Чего у нас по картишкам? Уклонение. А, если есть шанс уклониться пулю, вы от нее уклонитесь. Плюс 2 защита. Ну, это что у нас такое? Это у нас валет. Король, 2 короля, дама. Пару валетов можно, в принципе. Убийство из тени. Солнечно. Давайте вот так вот поставим. Плюс 10 защиты. Неплохо. Так. А, что это такое? Находится не солнце. Что-то вы невидимы для врагов. Это можно поставить нашему снайперу, в принципе. Вот так. Что еще? Это что у нас тут было? Дама. 10-10 дама, да? Еще одна дама есть. Так, ну, в принципе, тоже неплохо. Он ваншотит, можно убить одного врага, а потом получить возможность убить еще одного. Защита тоже бонус получился. Так. Че у этих? Туз, дама. Девятка. В принципе, а ну-ка, у этого че? Два валета. Получить демоническую силу. Давайте ее дадим человеку-трубовику. Зрение у меня отлично теперь стало. Ну, это, наверное, за предыдущий набор давал. Так, ну, в принципе, все, я готов. Да будет битва. Что-то, конечно, мы сегодня почти всю серию болтали. Но, собственно... такая серия получилась. Дверь. Прокручивал в памяти последнее письмо Трумерклиффа, пока добирался до метеорита. Трумерклифф думал, что его смерть на самом деле была перерождением от энергии метеорита. Разумеется, это было бредом, но что он пытался донести? Одно было ясно. Трумерклифф перестал быть тем, кем был раньше. Агенты подняли шум. Они заметили шайку бандитов подручных Тернера. Бред это или нет, но Трумерклифф знал, что нужно было делать. Теперь дело было за Делиром. Так, смотрите, у нас тут задачки, да? Дождаться завершения бурения. Фига себе, змея про это прошмыгнула. Убить шерифа. Необязательное задание. Что еще? Должен выжить хотя бы один агент. Блин, я хочу вообще всех сохранить на самом деле. Так, это у нас первый товарищ. Он стоит наверху, да? Нормально. Хотя и далековато. Это у нас товарищ со снайперкой, да? Так, ну-ка, давай-ка золотую пулю. Какую-нибудь у этого на 7, товарищи. Эй. Блин, что-то я думал, он убивает, а сейчас пуля-то золотая. Какого хрена? Блин, я не тем проходил, ё-моё. Ну-ка, если вот этой дуры нет, то вообще ноль будет. Мимо. Блин, сейчас снайперы, небось, это приходуют. Ух, тут еще один. Еще. Так, мы один ход сделали, да? А где этот скотина шериф? Это шериф-то, может, он как раз и был с этим? С семеркой жизни. Мимо. Или вот этот, хрен его знает. Тут не написано. Ну, наверное, если мы посмотрим, то, может быть, и напишут. Возможно, этот хмырь.
Пипец тут облава. Жесть. Блин, у меня сверху у чувака уменьшается вообще все показатели. Красава. Так, я не знаю, может быть его лучше спрятать, а? Вот сюда вот, например. Так. У нас этот бомжик стоит, да? Ну-ка, получи говно. Круто. Фух. Нет, слава богу, он что-то обосрался и пошел. Хотя, может быть, и не слава богу, нет, слава богу, на самом деле. Фига себе. Близко. Так, вот это надо манду гасить. Ах. Черт. Надо, мне кажется, место уже менять, уходить оттуда нафиг. А сюда хорошо подойти дробовичному и попробовать. Блин, фигово. Так, давай-ка сюда. Сейчас мы тебя подлечим. Так, тут можно было сделать рикошет, но хотя вот смотрите, Чан, давайте попробуем, сначала перезарядимся. Блин, подождите, можно. Или что? Она мешает. Фак. Хотя, так. Не, тут никуда не попадает, к сожалению. Ну ладно. Так, ты у нас тут, у тебя супер-дупер пушка убойная. Давай перезарядимся. Ну-ка. Красава, блин. Офигенная пушка, она была больше. Блять, хотя там, по-моему, только одна была, да, в магазине? А, черт. Ну он сильный, товарищ. Надо им тоже отходить по-тихому. Блин, близко подошел уже, козел. Такс. Не, давайте лучше вот в этого. Красава. Так. Этого давай нафиг. Красава. И перезаряжаем.
Не, погоди, перезаряжаем. Блин, а что я сделал-то, ё-моё? Фак. Так я думал, это мы еще за снайпером. Давайте тайм лучше уйдем нафиг отсюда. Куда-нибудь вот сюда, вот за телегу. Фух. Ребят, держимся. Ух, там, блин, какая-то дура серьезная. Она, слава богу, стрелять не стала. Так, можно, в принципе, еще дальше отступить, да? 4 хода осталось. Тут всего 4 у нее, да, очка? Давайте сначала с этого попробуем. Нет, нафиг. Лучше вот в эту. Красава вообще. Так, и давай. А, все, он не сможет, наверное, отойти, да? Не сможет. А вот он, шериф-то, гаденыш. Наверху. Я думал, вот тут, который с семью. Не, который с 9 был, у него уже 5. Так, ну это, в принципе, мы сейчас его, наверное, завалим, я думаю, да? Вот, отлично, он еще сныкался. Алим. Так, ну ладно, сныкался, это хорошо. Ладно, да, ждем. А, черт. Блин. В принципе, не так много не отняли. Так, там вот что-то еще справа подходит, я слышу шаги. Давайте этим. Давай сюда. Блин, там какой-то бомжара с винчестером. Черт. Так, окей, тогда можно вот сейчас пройти сюда. Блин, там еще один, ё-моё. Молодцом. Так, и товарищ снайпер. Молодые, окей. Так, ну-ка, погоди-ка, погоди-ка, погоди. Ну-ка, давай-ка вот так. Или нет? Не, погоди. Лучше давай вот в этого. Да какого хрена? Я же того выбрал. Пипец. Так, отлично.
шериф промазал этот. Сейчас, наверное. Фух, тоже промазал, слава богу. Блин. Там еще, ух, ё-моё. Фух, ну, слава богу, они косые, как тетери. Блин, я хочу шерифа загасить. Скотину. Капец, пронеслось. Так. Шанс дерьмовый. Это почему это интересно? Так, ну ладно, давайте попробуем перезарядиться и убить шерифа. Да блин. Что-то я... Так, давайте вот эту убьем, тварь. Да пипец. Так, время, может быть, дробовик взять, да? Что-то не очень дробовик этот. Однозарядный шериф, гаденыш, надо его заструнить. Блин, пипец. Блин, лезут и лезут, смотрите. Их просто жесть сколько. Надо лечиться нафиг. Отлично. Так. Ну, ё-моё. Этому не хватит ни хрена очков, чтобы дойти. Давайте этим уже отступим лучше. Ну-ка, иди сюда. Родненький. Фак. Плохо. Отлично. Точно какой-то странный. Не ходит и не стреляет. Так, что-то какой-то резвенький, я смотрю. Нет. Фак, надо отступать тоже. Блин, ну... Зато все остались живы. Нихрена себе. То есть тут надо еще и... Так, ну у него... Ой, так, погодите-ка. У него есть крутой вулкан. Пукан. Где безопасная зона? А вот тут... Не, ну я хочу убить этого гаденыша.
Так, понятно. Что-то, в общем, нифига мы не достаем. Поэтому мы что делаем? Мы вот сюда вот встаем нафиг. Так, ты, друг, что у нас ты будешь делать? У тебя очень хорошая дальность ходьбы. Это можно тебя поставить вот сюда вот. Давайте в помощников этого. Так, ну это нормально, если он сейчас снимет, то это будет просто замечательно. Да, фак. Снял один такой, да? Снайпер. Тебе нужно... А, черт, это все. А, подожди, сейчас. Так, женьшень. Лечимся. И чего? Это было. Это благословенный быстрый. Ох, ё-моё. Угу. Обосрись. В общем, надо валить шерифа и нафиг. Ноги делать. А, черт, больно. Блин, 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 блин. Фу. Так, в общем, надо посмотреть. Если мы будем ходить... Им мы не сможем дойти, да, за этот ход. На, козлина. Конченая. Так, ребятишки, давайте мы вас куда-нибудь спрячем подальше. Это у нас четверкой, да? Сначала выстрелим. Фак. И чего? А чё? А чё он сразу все очки-то потратил свои ходьбы, я не понимаю. Давайте куда-нибудь вот сюда поставим. Блин, кстати, надо, давайте перезарядим, а в следующем ходу используем эту замечательную способность. Так. Еще раз помолимся. Ой, исцеление, за шикарно вообще. Фу, блин, я вот за этого боюсь. У меня всего 4 этих холса, и он там на волоске на самом деле находится. Блин. Нет! Пошел ты нахер. Фу. А, черт. Фух, повезло. Так, все, нафиг. Делаем ноги. Сюда давайте. Давайте куда-нибудь сюда, может, сныкнем. У меня всего 3 холста осталось. Вот так вот.
Так, снайпер, да? Золотая пуля. Давайте, наверное, вот этого краса убьем. Получай, говно. Так, чувак с дробовиком и офигенным пистолетом. Что тут не в кого стрелять, что ли? Тогда, видимо, да. Блин. Давайте помолимся еще разок. Фух, ну, надеюсь, им не удастся нас завалить. Так, это только перезарядился, да, пришел? Окей. Угу. Мечтай. Все? Так, теперь ты сможешь дойти? Блин, слушайте, надо, по-моему, обходить вообще все вот это вот дерьмо. Фак. Так, ну сначала-то начнем с наших бойцов. Блин, один остался. В эту? Давай вот в эту. Красава. Блин, он отсюда не достает нифига. Сквояж медика, запах крови, убийство из тени. Уклонение давайте. Так, вот этот чувак у нас очень плачевно выглядит. На самом деле снайпер тоже. Блин. Ладно, ждем ответной реакции. Блин, один... фак, один этот остался. Всего одна жизнь. Один health point. Блин, всего не достает, да, не хватает? Или чё? Так, снайпер, тебя мы сейчас будем ныкать нафиг. Вот сюда вот. Кстати, можно попробовать, слушайте, рели, можно попробовать рикошет. Только нам не хватает на него очков. И... Надо сначала тем более перезарядиться. Помолимся. Куда это ты там намылился? Ух, так, ну чё у нас тут?
Так, ну мы достаем. Но сначала мы сейчас с этим покажем уродцам, кто тут главный. Ну-ка. Красава. Давай, пофиг у кого. Отлично. Blind Justice. Слепое правосудие дали ачиву. Шикарно просто. Так, ну все, давай иду сюда. Отлично, что ж, замечательная миссия. Я отлично с ней справился, по-моему. Никто не умер, шериф убит. Мы почикали достаточно большое количество членов его банды. Вот. Соломон сбежал на своей паровой повозке. Он знал, что в лабораторию в любую минуту может прибыть Трумерклифф, ведь тот был одержим метеоритом. Он считал его источником своей гениальности. Для Соломона же метеорит был единственным способом лечить безумие. Ему надо было изобрести специальное устройство для применения метеорита. На всякий случай Соломон собрал несколько ослепляющих бомб, используя пыль из раскопок метеорита. Соломон чувствовал, как от метеорита исходит волны безумия, но вместе с этим почему-то ощущал прилив интеллекта. Может, безумие усиливает мыслительные способности? По крайней мере, так думал Трумерклифф. Соломон запер метеорит в клетке из стали и стекла. Так, ну все, давайте на этом закончим. Оставляйте комментарии, если вам понравилось данное видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал на YouTube, вступайте в группу ВКонтакте. С вами был Макс Гюнтер, всем пока.